Наконец-то Дедам Морозом принесли стулья. А что обычно любят делать Деды Морозы сидя? Такое количество мнений не разобрать буквально. Ну правильно, на самом деле все, что я услышал, это и выпивать, и слушать стихи, ну и песни петь тоже. Мы продолжаем свой акустический сет, и нам сейчас понадобится ваша помощь. Давайте все загадаем желание.